В начале 16 века в русском государстве, в противовес участившимся набегам крымских орд, стала создаваться единая линия пограничной обороны. Великий князь московский Василий III незамедлительно принял меры к укреплению Тулы, которая всегда защищала Москву на южном направлении. На левом берегу реки Упы решено было строить каменную крепость. Место было выбрано не случайно. Со всех сторон оно надежно было прикрыто естественными преградами, реками и болотами. Сначала древние строители готовили место, вырубали лес, возводили склады и сараи, заготавливали топливо. Потом начинали подготовку котлована и свай. Бревна раскалывали на части и обрабатывали концы свай смолой. Затем вбивали их в шахматном порядке, заполняя промежутки между сваями бутовым камнем, щебенкой и глиной. Цокольную часть стены строили из белого камня под углом 22 градуса. В 1509 году для ускорения строительства вместо камня стали использовать дерево, но в 1514 году строительство из камня было продолжено. Первыми были заложены и построены круглые глухие башни восточной стены. Именно с этой стороны мог подойти неприятель. Свод над нижним ярусом сооружали при помощи специальных деревянных кружал. На стены строили белокаменные лестницы-всходы. Затем между башнями возводили соединяющую их стену – прясло. Кладка стен велась крестовым способом. То есть под кирпичами, лежавшими в длину, клали кирпичи, расположенные торцом к лицу кладки. Швы между кирпичами скрепляли известковым раствором, а лицевую поверхность затирали совершенно гладко, под рукавицу. С внутренней стороны стен строили арки с бойницами подошвенного боя, а зубцы возводили в форме ласточкиного хвоста по итальянскому образцу. Из белого камня изготавливали и детали стен, и башен, полувалики, консоли, выкружки зубцов и водометы. Потом сооружали площадки боевого хода, выстилали их кирпичом, устраивали кирпичный парапет и двускатную тесовую крышу. А над башнями возводили деревянные тесовые шатры. Вокруг крепости был расположен водяной ров, и к воротным башням вели деревянные перекидные мосты. Строительство велось только в теплое время года. И, наконец, в 1520 году, как говорится в летописи, совершивший город на Туле камен. Сегодня это одна из немногих русских средневековых крепостей, которая сохранилась до нашего времени в почти неприкосновенном виде. То есть мы можем представить, что мы в далеком грозном 16 веке, и мы защитники этого древнего Кремля. Надо сказать, что сегодня на территории крепости сохранились полноценно не только сами стены и башни, и это действительно такой наглядный пример тщательного бережения туликами своего замечательного памятника Кремля, но и сохранились сооружения более поздних эпох, прекрасные храмы, которые были построены уже в 18-19 столетии. Здравствуйте, дорогие друзья и соратники. Сегодня снова хочу вернуться к Тульскому Кремлю, так как не дает он мне покоя. В комментариях под другими фильмами, посвященными Тульскому Кремлю, как заклинание звучала фраза, что Тульский Кремль — это новодел, полностью перестроенный, что бойницы поножнего боя засыпаны, потому что ровняли дорогу, так как Кремль в низине, что ворота сначала переделали на современный уровень, а потом сделали как было. Также мне упорно пытаются доказать, что так заглубленно ворота специально построили. В общем, нет почти ни одного мнения, почти ни одной версии, которая бы отвечала на все вопросы. Все версии, предлагаемые сторонниками официальной истории, противоречат друг другу, но между собой сторонники этих версий не спорят, а все дружно доказывают, что не прав я. Значит, будем разбираться дальше. Стоя возле Кремля с рулеткой, на самом деле сложно увидеть всю картину в целом. Поэтому сегодня мы подробно рассмотрим версию, предлагаемую официальной наукой, и, используя их же данные, докажем, что они неправы, и сделаем соответствующие выводы. Сразу хочу сделать важное замечание. Во всех официальных источниках представлена датировка по Григорианскому календарю.
или по Юлианскому. Только лишь на книжке, которая стоит у Кремля, указана дата как по Григорианскому, так и по византийскому календарям. Это очень важный момент, я его объясню далее в фильме, а сейчас просто обращаю ваше внимание на это. Итак, официальная справка. Исключительно важное оборонительное значение Тулы связано с ее положением на южной окраине государства, откуда грозили набегами кочевники и крымские татары, а также соседство с Верхней Окой, где проходила граница с Литвой. Это заставляло постоянно заботиться об укреплении Тулы как ключевого пункта обороны. Для того, чтобы обезопасить путь к Москве в связи с разрастанием военной опасности со стороны Крымской Орды, государь всея Руси Василий III в 1507 году повелел заложить в Туле на левом берегу реки Упы дубовый острог. Деревянный сруб имел вид вытянутого полукруга. Острог был вооружен немецкими и московскими пищалями и пушками. Был закончен в 1509 году и простоял 231 год, то есть до 1738 года, соответственно. Одновременно со острогом приступили к созданию завала в лесах на опасных направлениях, положивших начало засечной черте. В Тульской крепости разместили 5 полков для охраны пограничных земель. В 1514 году, во время похода Василия III на Смоленск, в Туле приступили к строительству каменной крепости, постепенно заменяя рубленные стены, и ее постройка завершилась к 1521 году. Воскресенский летописный свод под 1509 годом сообщает о строительстве Кремля. Повелением великого князя Василия Ивановича поставлен город на Туле деревян, а на пятое лето поставлен град камен. В середине XVI века Тульская земля жила под постоянной угрозой татарских нападений. Только в 40-е годы 16-го столетия крымчаки 14 раз нападали на Тулу. В 1552 году город осаждало 30-тысячное войско крымского хана Давлет I Гирея. В это время царь Иван IV с основной армией был в походе на Казань. Гарнизон Кремля и городское ополчение сражались до прихода подкреплений из Коломны. Конец справки. Тульский Кремль был размещен на весьма низком месте, в пойме реки Упы, около впадения в нее с севера реки Тулицы, с юго-востока реки Хомутовки, а с юго-запада располагалась топкая Ржавская гать. Высота над уровнем моря 160 метров. А вот здание бывшего Тула-Спирта находится уже на высоте 210 метров над уровнем моря, при том, что расстояние от него до Кремля всего 2,5 километра. На карте 1741 года видно расположение Кремля. Прямоугольник в центре карты и деревянного острога, проходящего полукругом. Ныне улица Советская. Следите по левой карте за красным крестиком. Вот здесь проходил земляной вал. То есть, по всем историческим документам, Тульский Кремль – это не только кирпичный прямоугольник на берегу Упы, а вот весь этот комплекс укреплений, из которого до наших дней остался, как ни странно, только тот самый кирпичный прямоугольник. Причем сама эта карта 1741 года была издана, оказывается, в 1849 году. А теперь обратите внимание на даты в пояснениях и современный стиль написания этих пояснений. К датам мы еще вернемся позже в этом фильме. Что касается расположения Кремля как форта, то я уже высказывал свое мнение, что это расположение более чем нелепое. С точки зрения защитников любой крепости, нужно сделать все возможное, чтобы максимально усложнить задачу захватчиков крепости. Использование рельефа местности – это один из методов организации обороны. Если защитники Кремля ждали нападения с юга, то логичнее было разместить Кремль на северной стороне реки, например, там, где сейчас располагается музей оружия. Это место гораздо выше, чем то, на котором в данное время находится Кремль. Направление с юга прикрывает река Упа, направление с востока прикрывает река Тулица и болото. С севера глухие леса. Для организации обороны идеальное место, если требовалось именно защита направления на Москву. Расположение Кремля в том месте, где он находится сейчас, явно указывает на то, что ставились другие задачи. Хотя нам упорно доказывают, что преследовались именно защитные функции в качестве фортификационного сооружения. И потом, почему на северной стороне 4 башни, в то время как на южной стороне всего их 3? Хотя направление
удара, ожидаемого, повторюсь, было именно южным, не определяет ли количество башен близость к реке? Один из местных диггеров, облазивших все подвалы и подземные ходы Кремля, рассказывал свои наблюдения. Насчет Кремля и его местонахождения, то очевидно, и это скорее всего так и есть, что строили его не русский царь. Там много ходов и лазов, которые заделаны, и они очень узкие. То ли русская рать вместе с щитом и доспехами были карликами, то ли те, кто пользовался Кремлем первое время, был мелкий. Официальная справка. В 13 веке на южных границах Руси стали применять для обороны засечные линии, которые представляли уже довольно сложную оборонительную систему на путях движения монголов. В 14 веке великий князь Владимирский Иван Данилович для защиты южных рубежей Владимирского Великого княжества возвел беспрерывную линию засек от реки Ока к реке Дон и далее к Волге. Протяженность отдельных засек со временем увеличивалась, и они превращались в сплошные линии. Засечные линии состояли из засек в лесах и земляных валов на открытых местах, со сторожками или городами-крепостницами. Засеки представляли себе полосу поваленных неопиленных деревьев. Эти линии оборонялись особым земским ополчением, упоминаемым с XIV века под названием «засечной стражи», состоявшей из жителей окрестных селений, собираемых по одному человеку на 20 дворов. Эту задачу она решала совместно с гарнизонами городов-крепостей. Насчитывали в каждом от нескольких сотен до 1500 человек. Засечная стража была вооружена топорами, пищалями, от казны получала 2 фунта пороха и столько же свинца. Засечная стража ополчения насчитывала во второй половине 16 века до 35 тысяч ратных людей. Они охраняли черту станицами, отрядами, высылавшими от себя стражи, разъезды, которые наблюдали за обширными районами перед засечной чертой. В 1638 году были предприняты крупные работы по восстановлению засечной черты, которая за период смутного времени была заброшена и местами сильно разрушена. Составлено также ее описание. Судя по писцовым книгам 1625 и 1685 годов, в конце 17 века в Тульском Кремле было 107 дворов и 197 жителей. В больших количествах металлы завозились из-за границы. Железо из Швеции, олово из Англии и Дании, медь продавали англичане, шведы, голландцы, датчане. Центром торговли металлами был Новгород. Привоз металлов, как и других товаров, был очень неравномерным. Олово привозили в виде слитков, полос, свертков. Из олова производили посуду, стаканы, тарелки и так далее. Изделия из оловы привозили в бочках и ящиках. Свинец завозили в свиньях. В 10 свиньях было 82,25 пуда свинца. Во многих исторических справочниках о Туле и путеводителях по городу отчетливо подчеркивается героическая оборона от войск крымского хана Давлет-Гирея в 1552 году. В этот год Иван Грозный выступил с войском в поход против Казанского ханства. Чтобы помешать этому, Крымская Орда двинулась на Москву. 21 июня 1552 года крымчаки неожиданно появились под стенами Тульского Кремля. Заручившись поддержкой своего сюзерена, турецкого султана Сулеймана I Великолепного, Давлет-Гирей получил современную артиллерию, которой не было у татар. Кроме этого, татарской орде были приданы отряды турецких янычар, специально обученных и подготовленных для захвата инженерных сооружений и укрепленных городов. В течение суток защитники Тулы мужественно отражали натиск врага. На помощь им подошли государевы полки из Коломны и обратили Давлет-Гирея в бегство. Побежит царь нечестивый от города с великим срамом. Конец справки. В других источниках сообщается, что Давлет-Гирей двигался на Рязань, но узнав, что там находится Иван Грозный с войском, дабы не уходить с пустыми руками, решил взять Тулу. То есть, так или иначе, согласно официальной истории, Тула не была конечной целью крымского хана. В 1555 году Давлет-Гирей вновь двинулся к Туле, но снова был разбит русскими воинами. Обратите внимание, крымский хан двигался на Рязань, а потом решил взять Тулу.
как будто засечных рубежей не существовало, или они для него не представляли никакой трудности. К засечным рубежам мы еще вернемся в фильме дальше. Но что самое интересное, это осада Кремля. Начнем с того, что для нападения на Москву Тулу брать вовсе не обязательно. Ее можно просто обойти. Кто-то возразит, мол, дорог на Москву не было, и чтобы пройти к ней, нужно было миновать Тулу. Но тогда как объяснить, что Тула была взята в осаду? Ведь осада подразумевает окружение со всех сторон. Не прошли же войска крымского хана севернее Тулы через саму Тулу? Значит, они переправились через Упу выше или ниже по течению и подошли к Туле с севера. А раз смогли переправиться одни, то почему не переправились все? Так что сторону света как единственное направление атаки вообще рассматривать не имеет смысла. Напасть могли откуда угодно. Все зависит от тактических идей нападающего. Обойти Тулу проблемы не было. Однако мы видим по факту, крымского хана интересовала вовсе не Москва, как утверждает официальная история, а именно Тула. Теперь давайте разберем, что же именно нужно кочевникам. Крымским ордам и вообще любым кочевникам, которые не давали спокойно жить Руси. Ценность любой территории определяется ресурсами, которые она может дать. То есть это полезные ископаемые, сельскохозяйственные угодья, ну и, наконец, население, которое можно увести в рабство. Но кочевники на то и кочевники, что им не нужны территории и ресурсы, которые нужно добывать и выращивать, тратя на это время и силы. Значит, и цели на захват и удержание территории у них нет. Единственное, что могут захватить кочевники, это людей и то, что они уже успели собрать и заготовить. Тогда зачем кочевникам осаждать Кремль? Как нам говорит официальная история, цель этой вылазки крымчаков – это помешать Ивану Грозному совершить поход на Казань. Этакий упреждающий удар. Понимаете, Иван Грозный с войском идет на Казань, но крымский хан решил взять Тулу, которая находится вообще в стороне. Но как нам потом рассказывают, и крымчаков разбили, и Казань взяли. То есть или крымский хан никудышний стратег и военачальник, ты что там, полный идиот, который не смог оценить армию противника и подготовить свою, несмотря на турецкую артиллерию и янычар. К тому же он совсем не владел текущей ситуацией. Либо здесь нам опять выдают желаемое за действительное. Ведь он не просто пограбить хотел, а ни много ни мало помешать захвату Казани. Ведь поймите, друзья, простую вещь. Чтобы помешать Ивану Грозному взять Казань, нужно разбить его армию. С захватом Тулы тут дело не могло ограничиться. Возникает закономерный вопрос. А был ли мальчик, то есть крымский хан, вообще? Возьмем монголов, которые якобы проскакали весь континент. Ну или половцев. Просто так, без железа, без базовых знаний в кочевье не уйдешь. В кочевье можно уйти, только имея цивилизованный базис. Плюс генофонд скота. Только тогда можно выжить в степи. Следовательно, в степь уходили не от хорошей жизни, а от того, что резко сократились пастбища вокруг культурного жилья. Сейчас по степи никто не кочует, фуража хватает и оседлым народам. И хватало задолго до всеобщей механизации. Так что кочевники – это миф и отголоски страшной трагедии, когда оседлым приходилось уходить в поле ради выживания. А говорить о боевом потенциале людей, находящихся на грани выживания – это полная глупость. И потом, как кочевники могут захватить и удерживать город? Для чего? Ну пограбили, ну ушли, если дали уйти. Зачем кочевнику город? А если он достаточно награбил, зачем ему возвращаться в кочевье? Одиноко бродить по степи с золотом и мехами, но без стадов? Первая же попытка поставить себя на место этого «волшебного кочевника» в кавычках мгновенно разрушает все кочевые теории. Ибо зачем? Кочевники – это пастухи, а набеги совершают разбойники и мародеры. Тут важно понять, что люди, живущие грабежом, не станут заниматься попутно разведением скота. А если Кремль пришла брать хорошо обученная армия, то зачем ее называть кочевниками? С основанием города также не все ясно. Впервые Тула упоминается в Никоновской летописи под 1146 годом. Из чего можно сделать вывод? Что город уже существовал к тому времени.
А официальная история утверждает, что Тула создавалась как южный форпост Московского княжества. Но чтобы город был городом, нужен Кремль, то есть крепость. А Кремль, как мы знаем из официальной истории, будет основан только в 1507 году, то есть через 361 год. Следующий момент. В Ипатьевской летописи упоминание Москвы датируется 1147 годом, как пограничного города Владимира Суздальского княжества. Получается, что для защиты пограничной крепости Москвы построили еще одну крепость Тула. Это следующая нестыковка официальной истории. Но говорим сейчас не о Москве, а о Туле. А теперь давайте разберемся с датами. Я специально много раз обращал ваше внимание на написание дат в документах и на картах, и практически все даты приведены по григорианскому или юлианскому календарю. Годовая шкала у них совпадает и выглядит привычно нам. Например, основание Тульского Кремля в 1507 году. Один лишь раз основание Кремля представлено в лето 7015 на каменной книжке у стен Кремля. Эта книжка была установлена осенью 2016 года. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, на Руси в данный момент существует целых 4 календаря. Вы не знали? Да, 4 календаря. Сейчас я вам про них расскажу. Григорианский. По нему мы с вами живем. Юлианский. По нему живет православная церковь и Старый Новый год. Византийский. Официально отмененный Петром I. И славянский. Большинством забытый и замененный на византийский. Буквально вкратце расскажу их разницу. Григорианский календарь ведет отсчет от Рождества Христова 2018 лет назад. Это называется наша эра. События ранее этой даты отсчитываются в обратном порядке по годовой шкале и обозначаются с приставкой «до нашей эры». Год начинается 1 января. Юлианский календарь – то же самое, что и григорианский, но менее точный и отстает от григорианского на 2 недели. Годовая шкала точно такая же. Византийский календарь. Годовая шкала от сотворения мира. Имеется в виду Богом. И подразумевается, что раньше ничего не было. И сейчас по этому календарю 7526 лето. Измеряется годовой временной промежуток, отрезок, не годом, а летом. Новое лето начинается 1 сентября. При этом разница с современным календарем составляет 21 день. Славянский календарь. Почти то же самое, что и византийский, но с той лишь разницей, что годовая шкала не просто от сотворения мира, а от сотворения мира в звездном храме, то есть заключение мирного договора. И подразумевается, что раньше также была история и события. Сейчас по этому календарю также 7526 лето. Измеряется годовой временной отрезок также не годом, а летом. Однако новое лето начинается 1 марта. Разница с современным календарем также 21 день. Здесь хочу пояснить. Славянское летоисчисление от сотворения мира в звездном храме и византийское от сотворения мира не есть одно и то же. Отчет времени у них совпадает и по тому, и по другому календарю. Сейчас лето 7526. Но в славянском календаре Новый год, точнее новолетие, понятие года как такового не существовало. В славянском календаре новолетие отмечалось 1 Белояра. Сейчас это 21 марта. Это было связано с началом весны и началом посевной. И именно это было начало года, лета. И никак не связано с крещением Руси, которое якобы было осуществлено 1 марта, и якобы поэтому начало года отмечали 1 числа 1 месяца весны. Новолетие 1 марта, то есть 1 Белояра, отмечали еще задолго до крещения Руси. На самом деле многие христианские праздники были специально установлены в дни праздников славян, чтобы затереть их значимость. По византийскому календарю наступление Нового года отмечалось в сентябре. О том, что это была просто подмена понятий, я уже говорил в одном из своих фильмов, а также на стриме, но раз уж коснулся, то повторюсь. Чтобы стирание исторической памяти прошло более гладко и незаметно, сначала насадился византийский календарь с летоисчислением, совпадающим со славянским, и из названия «От сотворения мира в звездном храме» были убраны последние два слова. Получилось «От сотворения мира», подразумевая Бога. Затем празднование новолетия перенесли на сентябрь,
Якобы так удобнее. Закончилась уборочная пора, и весь урожай собран, и можно гулять. Помните пословицу «как год встретишь, так его и проведешь»? То есть происходит внедрение образа русских, как бездельников и пьяниц. А затем Петр I вообще сменяет летоисчисление на юлианский календарь и тем самым вычеркивает 5 с лишним тысяч лет великой истории нашей страны, предписав вместо 1 января 7028 лета от сотворения мира считать 1 января 1700 года от Рождества Христова. Затем нам Миллер, Шлёцер и Байер написали нашу историю. История России была придумана в созданной в период правления Петра I Петербургской академии наук, где основной частью академиков-историков были немцы. Друзья, на историческом отделении за 120 лет было 33 академика-историка, из них только трое русских, включая Ломоносова. Остальные немцы, которые писали историю Руси, причем некоторые из них даже не знали русского языка. Этот факт хорошо известен профессиональным историкам, но не афишируется. Понимаете, что нам пытаются нарисовать? Испанцы, например, в 1535 году завоевывают Чили, а это совсем другая сторона земли от Испании. А мы еще с кочевниками разобраться не можем, типа варвары, которые молятся колесу, как сказал патриарх Кирилл. Про варваров я расскажу как-нибудь в другой раз. А написание истории можете сами почитать по ссылкам в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». А я продолжу свой рассказ, а то опять мне в комментариях будете писать только про календари, а то, что я хотел рассказать, даже не заметите. Подчеркиваю, этот фильм не о календарях, а о Тульском Кремле. Итак, по официальной истории, Тульский Кремль заложен в лето 7015-е, это 1507 год по сегодняшнему лету исчислению. Но что нам важно понять, Петр I, если он вообще был, ввел новое летоисчисление и, по сути, дал начало новой истории нашей страны. И вот современная датировка, установленная им, идет с 1700 года. Важно понять именно это, так как это рубеж. То есть не было никогда 1685 года, 1625 года, 1612 и 1552 года. Этих дат просто не было в принципе. Нумерация годов пошла от 1700 года. Это есть рубеж правды и лжи. Значит, любой российский исторический документ или карта, в котором содержится дата ранее 1700 года, является априори подделкой. Либо же Петр I не менял календарь. Уж выбирайте сами. Притом, это правило на европейские документы пока не распространяем, хотя там тоже бардак еще тот, но об этом уже в другой раз. То есть все летописи, написанные ранее, 1700 года, в которых указана дата 1146 год, или любой другой, по Григорианскому или Юлианскому календарю, все эти летописи, карты, грамоты можно сдать в макулатуру, и мы ничего не потеряем. Также документы, в которых написано что-то типа 7015 год, также подделка, так как понятие год не существовало в принципе. Год до 1700-го назывался лето, поэтому и называется летопись, а не годопись. А на этих летописях, в которых указаны даты по юлианскому календарю, и написана вся наша официальная история, друзья мои, поймите это. Или летописи эти написаны под официальную историю. Получается, официальные историки сами себя загнали в угол, и все описываемые события произошли в совершенно другое время. Тут важно понять, я не говорю, что описываемых событий не было вовсе. Они были, только были в другое время и при других обстоятельствах. Еще раз. Дата закладки Тульского Кремля по славянскому календарю – лето 7015. Обратите внимание на карты. Вы верите, что государство, насчитывающее 7 с лишним тысяч лет истории, было таким маленьким все это время, и только 500 лет назад начало расширяться? Вы, конечно, можете сказать, что наличие календаря, летоисчисления, истории, традиций, культуры вовсе не подразумевает наличие государства. Ну тогда, получается, славяне были в составе другого государства и смогли сохранить свои устои. Хорошо. Но если так, то где это государство? Куда оно пропало? Причем пропало от слова совсем. Пропало так, что у славян появилась возможность создать собственное государство. Или все-таки оно у них уже было? 7 с лишним тысяч лет. Но тогда почему на картах оно такое маленькое и только начинает расти? И еще.
Если все же у славян было государство с 7000-летней историей, то оно наверняка было больших размеров. И Тула в этом случае никак не могла быть пограничным городом. Позиция Тулы как защитной крепости для Москвы, которая сама являлась в то время защитной крепостью, такая позиция возможна только при официальной трактовке нашей страны, которой всего 500 лет. А как мы знаем, такую историю нам написали немцы, причем совсем недавно. То есть, прошу понять такую вещь. Для огромной страны иметь глубоко в тылу маленькую крепость, расположенную в низине у реки, которая способна защитить только от пехоты и кавалерии, но бесполезна против авиации, артиллерии, ракет, такая крепость теряет смысл в условиях огромной страны. Да и на границе она не сильно поможет, если что. То есть, изначально Кремль строился вовсе не как фортификационное сооружение. Друзья, а теперь давайте разберем ситуацию, когда город постиг некий катаклизм. Не суть важно какой. Возможно, это был взрыв огненного шара в небе над Тулой, описание которого будет по ссылочке в правом верхнем углу. Возможно, смерч, возможно, что-то еще. Как итог этого события мы имеем человеческие жертвы и большие разрушения по всему городу. Тут важно понять, что город не стерт начисто с лица земли. Понес некие разрушения, и жизнь в городе не прекратилась. Проходит несколько лет после этого катаклизма, и люди начинают прибывать в город. Нужно как-то налаживать жизнь. Что для этого нужно в первую очередь? Поисково-спасательные работы уже вести поздно. Приступают к посильной разборке завалов, расчистке главных улиц, ремонту уцелевших зданий. Первое, что нужно решить, куда девать тела погибших. Сейчас, в 2018 году, в Туле проживает 500 тысяч человек. Даже если погибнет половина населения города, то тела сами по себе не исчезнут. Тут уже не до церемоний и ритуалов. Из-за завалов, отсутствия техники, большого количества жертв, нет возможности увозить тела на большие расстояния на кладбище, где, в общем-то, такой же бардак и завалы. Большая часть погибших уже погребена под 2-3 метрами глины. Остаются только тела на вторых и выше этажах. Единственный выход – кремация или захоронение на месте, в подвалах или во дворах. Пример тому – Сталинград и блокадный Ленинград времен Великой Отечественной войны. С погибшими постепенно разобрались, но большая часть города представляет собой пепелище и развалины. С каждым днем в город прибывает все больше людей, и им нужно где-то жить. Уцелевшие здания уже переполнены и больше похожи на казармы, чем на общежитие. Приближается зима. Пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Поэтому остро встает вопрос о жилом фонде. Те здания, которые можно отремонтировать, решено ремонтировать. Те, которые ремонтировать невыгодно, сносят до того, что торчит из земли. И это становится фундаментом нового строения. Подчас деревянного. Главное, чтобы теплой зимой и быстро возводимое сейчас. Во время катаклизма сгорело много лесов. Но не все. В Тульской губернии леса остались. Выгоревшая степь начинается к югу от Тулы. К тому же прошло уже несколько лет, поэтому древесина хоть и дорогой материал, но все же более доступный на данный момент, чем тот же кирпич. И тут никакого противоречия нет. На развалинах кирпича полно, даже целого, но проблема в том, что помимо кирпича нужен вяжущий раствор. Известь, гипс, цемент. А для получения вяжущего нужна технология и производство. Среди людей, восстанавливающих Тулу, есть инженеры и профильные специалисты. Но где наладить производство извести для кладки стен? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять сам процесс получения извести. Расскажу о нем буквально в двух словах. Каменную породу, известняк, обжигают при температуре в 1100 градусов Цельсия. Получается негашеная известь. Затем ее гасят водой. И вот эта гашеная известь, в народе более известная как известка, и есть прекрасный вяжущий материал для песка, камней и кирпичей. Для частного случая известь можно получить даже в такой печке. Для масштабов города печь, конечно, нужна побольше. Итак, мы выяснили, что главными условиями для получения извести являются наличие сырья, вода и высокая температура. Тульская область стоит на куске известняка размером больше, чем сама область. Где-то известняк ближе к поверхности, где-то дальше, а где-то и вовсе выходит на поверхность. С сырьем вопросов нет. Город Тула стоит на реке Упа, поэтому вопрос с водой также отпадает. К
Кстати, по этой же реке сырье можно и подвозить. Но где разместить производство? И тут первое, что нам приходит на ум, Кремль. Место просто идеальное. В самом центре города, у реки. 9 башен, а это значит, есть возможность организовать 9 печей шахтного типа. Тем более имеются узкие ходы в башнях, значит, организовать поддув в печи будет нетрудно. К тому же подобный пример у нас уже есть в прошлом. Территория Кремля огорожена, что дает возможность использовать его как временный склад стройматериалов и даже продуктов питания и медикаментов, и исключить мародерство и хищение материалов и топлива. Да, о топливе. Для обжига известняка нужна температура 1100 градусов. На территории Тульской области есть бурый уголь, но для его добычи нужны глубокие шахты, которые нет времени строить или восстанавливать. Поэтому самый простой вариант – дрова. Но не любые дрова могут дать требуемую температуру. Например, береза может разогреть только до 800 градусов. Поэтому для обжига известняка потребуются твердые породы деревьев. Это дуб, граб, бук, ясень. Древесину также можно доставлять по реке. А знаменитые тульские засеки – не что иное, как обычный лесоповал, когда ценные породы вывезли для стройки и топки печей Кремля, а оставшиеся мягкие породы просто оставили на месте. Поэтому крымского хана эти засеки и не остановили. Итак, Кремль – лучшее место для производства извести на нужды восстановления города, хотя бы потому, что не нужно строить печи. А это значит уже экономия ресурсов и времени, плюс удобная логистика для доставки сырья и готовой продукции. Это поможет нам быстро восстановиться. Тогда, рассматривая в этом ключе набеги кочевников, становится ясно, кто они такие на самом деле, зачем они приходили и устраивали осаду Кремлю. Ведь в сложившейся ситуации запасы Кремля были очень ценным ресурсом. Один мой друг, участник обеих чеченских войн, рассказывал, что при штурме Грозного их отряд первым делом занимал завод и обустраивал там укрепленную позицию. И именно потому, что по фортификационным показателям завод или фабрика для укрепрайона подходит лучше всего. Рассматривая Тульский Кремль с такой точки зрения, становится понятна логика его размещения именно в этом месте и причина, по которой он впоследствии стал крепостью. Спустя какое-то время производство извести было вынесено за пределы города, так как оно очень вредно с точки зрения экологии. А Кремль, выдержавший не одну осаду кочевников, в кавычках, был перестроен, чтобы ничего не напоминало о событиях прошлого. Но в народной памяти осталось. Помните выражение «плясать от печки»? Это относится как к постройке дома, так и к постройке города. И именно от Кремля во все стороны расходятся улицы. И именно от Кремля рос город, так как именно Кремль снабжал растущий город строительными материалами. Ведь помимо извести, в печах шахтного типа, чем по сути башни являются, можно обжигать кирпич, посуду, даже плавить металл, выпекать хлеб и организовать производство стекла. Только не говорите, что внутри башен нет следов гари и копоти, что технологические процессы всего перечисленного совершенно разные. Это все так, я все это знаю. Но современный Тульский Кремль – это новодел, много раз перестроенный. Вы же сами это говорили. К тому же, например, печь для обжига извести – это труба в трубе. Внутреннюю трубу убрали при переделке. Поэтому и нет никакой гари и копоти. А по периметру Кремля стоит 9 башен, помните? 4 из которых прямо у реки. И каждая башня могла быть печью под свое конкретное производство. К тому же пространство внутри Кремля наверняка не было только складом. Там много чего сломали и засыпали. Что характерно, на территории Кремля периодически проводят раскопки, но потом все закапывают обратно. Разве это не странно? Итак, друзья, не буду утверждать, что сказанное в этом фильме есть истина в последней инстанции. Это моя версия событий и истории Тульского Кремля. Прошу вас высказываться в комментариях, выражать недовольство и критиковать. Но, пожалуйста, по существу. Не посылайте меня читать книжки по официальной истории. Я их читал, и большая часть фильма основана именно на них. Мне интересно именно ваше мнение, а не мнение Миллера, Шлёцера и Байера, которые вы заучили в школе. Засим не прощаюсь. Впереди еще много фильмов. Будут и разоблачения, и разочарования, и новое видение, и новая надежда. Всего вам доброго. До свидания.